Привет, меня зовут Данил, и я представляю компанию «Летний сад». Сегодня я расскажу о технологии монтажа мансардных окон Рехао для кровли с рельефным покрытием. Если у вас плоская кровля, то вам нужно включить другое видео, ссылка на него будет в описании. Мансардные окна Рехао отличаются тем, что вам не нужно дополнительно докупать и устанавливать оклад, поскольку он уже входит в конструкцию рамы. Меньше операций при монтаже обеспечивает дополнительную прочность и надежность. Технология монтажа мансардных окон Рехао отличается своей простотой и надежностью. Монтаж не требует изменений в кровле. Окна производятся необходимого размера индивидуально и монтируются поверх стропильной системы. Таким образом, сохраняется первоначальная надежность кровля, а в помещение поступает больше естественного света. Поскольку окна монтируются сверху на стропила, то первым шагом является подготовка проема в кровле. Обратите внимание, мансардное окно Рехао должно быть больше, чем проем в кровле, на 2 см в высоту и 4 см в ширину. После подготовки проема диффузионную паропроницаемую мембрану подогнуть в проем с захлестом на кровлю. С помощью степлера закрепить к обрешетке кровли. Излишки мембраны обрезать. Над сформированным проемом в контрабрешетке выбрать два отрезка по 20 см. Разрезать диффузионную паропроницаемую мембрану. Разместить и закрепить в образованном проеме пластиковый уголок 30 на 50 мм под углом 2 и более градуса для отвода конденсата. Завести на уголок диффузионную паропроницаемую мембрану. Стык диффузионной мембраны проклеить гидроизоляционной лентой. Углы проема и стыки диффузионной мембраны проклеить гидроизоляционной лентой. По периметру проема саморезами закрепить дистанционный брусок. Размер бруска рассчитать согласно таблице на экране. Поверх дистанционного бруска по периметру проема наклеить всю ленту. Разместить окно по центру проема, выровняв его относительно центра по горизонтали и вертикали. Закрепить раму к кровле с помощью Z-образных монтажных пластин и саморезов. Разместить утеплитель в стропильную систему. Закрыть утеплитель пароизоляционной мембраной. Закрыть примыкание оконной рамы и стропил паронепроницаемым утеплителем, например, экструзионным пенополистиролом. Закрыть откосы гипсокартоном и подготовить под чистовую отделку. Наклеить рулонную гидроизоляцию Евровент Флекс по периметру на места примыкания рамы и кровельного покрытия с заходом на кровлю полосой 10-15 см. Нанести структурный герметик Монсерипьер по периметру на места примыкания рамы и рулонной гидроизоляции Евровент Флекс. На этом монтаж окончен, окно готово и им можно пользоваться. Спасибо за просмотр! Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно на все ответим. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.